за бланш. Да, а что же, надо людям помогать. Хорошо, мой. Там есть и новые вещи совершенно, и стиранные, но это хорошее, все хорошо. И есть этот, ну, вилки, ножи там, если кого. Немножко все. Все там, слава Богу. Мужское. Все есть там. Все, да. Спасибо вам. Да. Здравствуйте. Ну там только, знаете что, у меня мама старенькая была, ну пальто хорошее, отцу пальто. Ну они такие, может, для взрослых людей, для стариков. Ну хорошо. Найдется. И для молодежи. Найдется. На все возрасты. Да. Все. Всего доброго. С Богом. Да. До свидания. Да. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Аэропорт? Мы в аэропорту? Да, мы прямо в терминале. Мы сейчас с образом Пречистой находимся в терминале. Вот, выехали теперь. Пресвятая Богородица, спаси нас. То есть икона не закреплена, поэтому мы немножко ездим из стороны в сторону. Пресвятая Богородица, спаси нас. Для того, чтобы минометы не попадали, нужно перемещаться со скоростью 100 и выше километров в час. Поэтому... Ну, сейчас вот нам подсказывают уже бывалые воины, что по нам стреляет танк. Ну, пока не попадает и не попадет. Я вам говорю, что верят все, и все, и все только об этом, Господи, спаси и сохрани. И я 100% уверен, каждый там вот так лично, я вот так вот. Скажи честно, вот я перед войной не верю ни в Бога, ни в чего. Когда попал в СВТ-Берн, пришел 4 раз на утро в Донецк, нам дали ленточку и крестик. И вот если я раньше одевал крестик на шею, он меня как бы душил, то сейчас нет. И вот у меня ленточка, как первая, так и осталась. Я в танке горел, и я был не раненый, блин, не обожженный, блин, ну вот как-то Бог миловал. И все грехи вспоминаешь, и клянешься, что будешь так не делать, не будешь. И такие грехи вспоминаешь, самые незначительные. Там не болеешь, там на войне, там совсем ты другой, полностью другой. Да, ты меняешься, да. А уже когда ты возвращаешься на гражданку, организм как-то расслабляется, тогда у тебя начинают влазить все бляшки, которые у тебя есть. Испокон веков в нем были насаждения роз. При Александре Захарове он довел до 3 миллионов роз, которые высаживаются в городе. Роза является символом города. И вот эти все поделки, они изготовлены из прилетевших вражеских снарядов, из гильз. И вот мастера изготавливают такие сувениры. Все собрано для того, чтобы создать здесь, на базе этого центра,
музей боевой славы, и это все будут будущие экспонаты с фронта. И здесь часть обмундирования, укропов, то, что было захвачено в блиндажах, в окопах, когда их вышибли. Следующий Горловка. Да? Геннадьевич. Сергиева Посада, да, батюшка приехал? Я правильно же помню, да? Да. Вот это турникеты зиме может уже отложить. Да, мы сейчас разделим. Тут их больше. Себя может очень качественно перевязать и руку, и там, и ногу, и все как хочешь. А рисунки бойцам, ребят, забыли. Рисунки бойцам. Передали там... Сергеев Посада. Женщина, которая одеяло загружала нам. Угу. 100 одеял на госпиталь. Поднять бойцам, да. Они. Это моя старшая дочка рисовала. Ребята, мы вас любим, гордимся, ждем с победой. Спасибо. Наши смелые, наши храбрые, ждем вас с победой домой. Счастья, добра, победы, здоровья и хорошего аппетита. И хорошо отметить Новый год. Любви, и чтобы родные ваши не болели. Всего самого-самого. А кто ест, тому приятного аппетита. Даша, 10 лет. А сало почем? Какое? Такое. Это 550, 480, 450. От прихожан храма Пресвятой Покрова Пресвятой Богородицы и от храма Знамения иконы Божьей Матери, от прихожан бойцам на линию фронта. Ну, мы получили, да, посылку, но ты красивый, правда, братан. Вот, благодарим жителей Сергиева Посада, которые собрали более 100 одеял. Вот, передаем эти одеяла для бойцов, это поедет и в Попасную. Вот Светлана как раз сейчас едет на передовую. Вот, и... Светлана спать хотела вообще. Да, ну что делать? Спасибо вам большое, ребят. И вот даже детский сад. Самое приятное, да, Калужская область, детский садик, шоколадки для бойцов, стельки. Ну куда ты сейчас поедешь? Что это за место? Ну, я то есть, поеду... как там легко туда добраться? Там асфальт прям, нет, да? Нет, добраться туда нелегко. Там тонут КАМАЗы. Кое-где нас вытаскивают уже броней ребята. Там нет города. Город полностью разбит. Туда сейчас пойдет вот... Этажные дома выглядят вот как кучка просто мусора. Там ни света нет, ни воды. Нет, там нет людей. Люди оттуда выехали, кто погиб, кто выехал. Солдатам нашим, конечно, там тяжело, очень тяжело. Там и сейчас опасно. Работает постоянная авиация. Но можно сказать, где это? Район хотя бы приблизительно? Попасная. Это город Попасная, город, который был. Угу. Зрелище, конечно, очень печальное. Ну, мальчики наши, вот это вот как раз ими поднимет боевой дух. Спасибо, Господи. Ребятки. Это роддом, которого уже давно нет, разбомбили. А вот рядышком детский садик. Ну что, Лясик ездит? Да ездит, где там? У нас асфальта нет, у нас пока грязь. Во дворе вот еще. Тушенка, мука, поделите. Хорошо. Потом фотографии пришлешь, как обычно. Сад находится в городе Горловке. Совсем недавно он находился очень близко от передовой. Но сейчас немножечко отогнали врагов подальше. Но все равно слышны глухие звуки канонады.
Большое спасибо, кто помогает нашим детям, нашим родителям, нашим местным жителям в данное тяжелое время. Ну, благодаря этой помощи мы держимся. Вы нам помогаете, без вашей помощи, конечно, бы ничего бы этого не было с 2014 года. Только благодаря России мы все это держимся. Прилет в детский сад, 152 или 155 снаряд на крышу. Подарок детишкам от украинских вояк. Еще один прилет на крышу детского сада. Все ждут, спрашивают, когда вы открываетесь. Девочки, сегодня она не закончилась, тому же согласны и так идти. Уже тяжело, особенно у кого двое-трое детей. Мы надеемся все равно, мы ждем, рады, счастливы все равно. Люди жили во время войны, мы тоже стараемся, руки... Нет, иногда да, хочется, да. Уже казалось бы все, уже ничего не буду делать, не хочу, все равно встаешь и идешь, потому что надо. Пригласили нас в гости. Рождество, все, мы поехали в гости. И за эту ночь, пока мы там были с ночевкой, украинская армия заняла вот эту серую зону. И когда мы оттуда выезжали, уже там была Украина. То есть линия разграничения. Блокпосты поставили все буквально за сутки. За сутки. Очень много военных. Военных разных сословий, разных национальностей. Издала майор Ганс фон Дин-Динь. Ты сдавался в Канаде. Да, вот здесь написано, где. Вот и куда закладывать бомбы, как, ну, много чего. Как изготавливать коктейли Молотова. Это вот это мы учили. Это мы учили в школе. Удобно? Ага, все, я тогда сейчас выдвигаюсь в машине. Чтобы, да, по-семейному, да, тут закрылись, да, никого нет. Вот так. Они уже все, ну, вот так как здесь, я нигде не посидел. Да понятно. Да понятно. Ну. Ой, ты песня, песенка девичья, перейди за ясным солнцем свет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюши сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.